к вам с реакцией на новый клип BTS. So guys, I would like to say something about our previous reaction video. We would like to say thank you for sharing your opinions. Honestly, it was really important to us to see how people feel and how our words said carelessly can upset some people. So we really appreciate you leaving feedback and giving us advice and even criticisms. We've read through all of your comments, although deleted some in the moment of panic, but we really read through all of them and thought about them, and we've decided that from now on we'll be more careful about things we say, because of course we don't mean any negativity or hate towards the idols, the groups or entertainment companies, because we are, as you all, fans or stans, whatever you want to call it. Secondly, we are very happy that our video reached audience from other countries other than Russia. Of course, that was my goal while creating subtitles, but it was a really useful experience to see how people can react to words, and that was a lesson for us, and from now on we will be more thoughtful about what we say, and we would like to continue filming reactions and other types of content. Yeah, so please stay with us, and we will try to never disappoint you from this moment. Thank you so much. Сегодня мы будем снимать реакцию на новый клип BTS, который называется Life Goes On. В этот раз никто из нас еще его не видел, поэтому это будет прям такая честная, открытая реакция. Мы надеемся увидеть нечто прекрасное. Как обычно, как обычно у BTS, да. Я знаю, что этот клип, он в таком домашнем стиле, и они снимали его прямо во время съемки шоу BTS на лужайке. Я посмотрела все это шоу. И да. О, мне уже нравятся твои песни. Такие песни я люблю больше всего. Такие спокойные. Это такая домашняя. Ну да. На самом деле, у него, по-моему, давно не было таких песен. Можно я буду так же выглядеть по утрам? Пожалуйста. Это жаран, да? Да. Ой, это такие домашники. Я хочу себе такие же пижамки. Вау! Можно к вам, пожалуйста? Я спать хочу. Я хочу обниматься, смотря на этот клип. Он такой теплый, такой уютный. Чего он делает дальше просто? Я засыпаю. Он подтягивается. Робби поет. Рина, Рина. Мне так нравится Роник. Родинки у айдолов на лице, это просто отдельный вид искусства. Да. Вау. Вау. Stop it, don't do it. Они все уснули, и Джин один не спит. Пожалуйста. Это что, все? А можно еще? Ну, это бридж, я думаю. Это зал сзади? Да, да. Блин, так классно снято все. Вы слышите? Слышите? Это Чимин? Mm-hmm. Да. Каждый раз просто офигеваю от его рейнджа. Блин, не так это так красиво. Да. Да. Это что за опрятка такая еще? У него же недавно была еще какая-то фотосессия в журнале, там модель Gucci, Chanel. Ну посмотри. Какие красивые! Блин, ты что?
фанфары просто блядь. Да, да. Они, каждый из них просто, конечно. Зачем так красиво? А, все, это все, я хочу еще. Нет. Это было так тепло и приятно. Да. Давайте обнимемся. Это супер. Я могу сказать, что картинка и ракурсы все делают их, и картинку, и атмосферу очень красивыми. Такое ощущение, как будто смотришь какой-то фильм о настоящей дружбе. Еще классно то, что они смотрят сами на себя, типа, и такие тоже уровень продакшена очень высокий просто. При том, что я знаю, что весь этот клип, он directed by Чонгук. То есть он сам его. Еще делает просто стоит сотка милости. Инсайт. Блин. Потому что когда они были вроде бы на шоу BTS на Лужайке, ну у них там было, конечно, много стафа, но, видимо, они не повезли туда. It's beautiful life. В общем, они не повезли туда много аппаратуры и операторов, поэтому они решили сами снять. Мне кажется, что этот клип показывает то, что они, во-первых, не знаю, у них такое теплое отношение их друг к другу, их фанатам, то есть они показали в одном клипе и то, и это типа, это так освежает, когда ты смотришь камбэки групп, и они все такие достаточно энергичные, и когда группа выпускает что-то такое теплое, домашнее, это прям как будто возвращает тебя на землю, и ты понимаешь, что они все тоже люди. Да, название само Life Goes On. Мне кажется, для ARMY это очень трогательная песня. Насколько я знаю, даже мне вчера одна армия поделилась, что когда она посмотрела этот клип, она даже расплакалась. Mm-hmm. Я понимаю, да. Это просто уйтишь. Откровение как бы для фанатов. Да. Супер милота. Сердечко согрелось, девочки. Да. Вот этот кадр, где они были на сцене, и сзади был зал с фонариками, он был такой душераздирающий, потому что сцена — это их жизнь. И они как бы вложили туда еще этот смысл, и вроде бы они все улыбаются на этой сцене, но ты понимаешь, сколько сил они на ней оставили, и что они вот говорят, что жизнь продолжается дальше, типа это очень круто, мне очень понравилось. Да, там были английские субтитры. Я не успела читать, чтобы посмотреть на картинку. Настолько милая картинка, что от нее просто, да. У них такие лица, что нельзя не смотреть на них. Идеально, на что-либо другое, да. Это одним глазом на это, знаете, когда ребята, спасибо большое, что были с нами во время реакции на клип BTS Life Goes On. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось, поддержите нас, и мы будем дальше снимать реакции и, возможно, какие-то другие видео. Мы уже планируем снимать, возможно, какие-то мукбанги. Если у вас есть интересные идеи, пожалуйста, пишите нам в комментариях. Мы рады вообще всем идеям и будем их осуществлять потихоньку. Еще раз спасибо всем. Пока. С вами был Егор. Привет. Привет. Всем привет, это Реборн. Всем привет. Привет. С вами Реборн, мы вернулись к вам. Да, давай, три.